Профессия, в которой не бывает случайных людей. Ежегодно 5 октября весь мир отмечает День Учителя. Это праздник тех, чье призвание не просто дарить детям знания, но и воспитывать в них достойных граждан своей страны. Чествование педагогов городского округа Люберцы прошло в 16-й гимназии. Там работала съемочная группа нашего телеканала. В актовом зале корпуса «Вектор» 16-й гимназии собралась лишь маленькая часть большого педагогического сообщества «Люберец». Сегодня в городском округе работают более 2000 учителей. В их адрес сегодня звучат слова благодарности за их нелегкий, но такой важный труд. Учитель – это призвание, к которому приходят, и, наверное, это где-то закладывается от родителей, где-то это очень-очень глубоко сидит у нас. Конечно же, вы уникальные люди, потому что вы посвящаете себя на протяжении всей жизни, давая знания, вкладывая умения, силы, все, что у вас есть в детей. Потом, конечно же, вырастают взрослые, интересные люди, которые также добиваются очень многого. Образование «Люберец» идет вперед семимильными шагами. В этом году побит рекорд по количеству новых школ и детских садов. В начале сентября в городском округе открылось 4 общеобразовательных и 6 дошкольных учреждений. Мне очень хочется пожелать вам, дорогие мои коллеги, вот это звание «Учитель» нести гордо по жизни. Это очень сложная, трудная профессия. Когда-то ее сравнивали с космонавтами, с шахтерами. Сейчас у нас рейтинги, мы об этом сегодня, наверное, услышим, поговорим. Но для тех, кто не просто учитель по диплому, да, и не просто потому, что он квалификации получил часы в школе, а любит, потому что ты личность, потому что ты человек, интересный человек. У тебя есть интересы, которыми ты делишься с учащимися. Наградами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Московской области отметили 40 учителей городского округа. Еще 25 педагогов получили благодарственные письма главы Люберец. По традиции, перед профессиональным праздником вручили сертификаты на квартиры. 4 учителя стали обладателями жилья по договору коммерческого найма. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение.